Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Это видео по буксу без вложений Бузинес Букс. Я его проверила на вывод. Букс платит. Все замечательно. Начали мне писать под видео в комментариях, типа, что Букс не платит. Все платит, все замечательно. Значит, хочу обратить ваше внимание. Вот вкладочка «Заказать выплату». Я бы вводила на WebMoney. Вот появился Payr. Payr не было. Я хотела вывести на Payr. А Payr вот на тот момент не было. Ну да ладно. Значит, я на WebMoney вывела. Так, и что они мне тут написали? Нажимаю WebMoney. Нет, где-то здесь... Не то, хотела вам показать надпись. Так, заказать выплату. В общем, если заявка от несколько минут, ага, вот она, срок обработки заказа на выплату строго не регламентирован, поэтому выплата может быть произведена в следующем промежутке времени от несколько минут до 48 часов. Если возникнут какие-либо задержки сверх указанного времени, ну, не делайте поспешных выводов. Ну, они обманывать никого не собираются, просто нужно написать вот по этому адресу. Так, если вам вывод не пришел, напишите, мол, так и так, заказал вывод, почему денег нет. Вот. Так, изложив суть проблемы. Если задержки были связаны с нашей работой, с их работой, то будут соответствующие компенсации. Давайте перейдем на кошелек WebMoney и покажу вам выплату. Заказывала 2 с копейками, 2 рубля с копейками. Значит, сумма плюс 2 рубля 46 ВМР. Примечание Бузинес Букс для Елена мой логин. 4.02.14.46. Все замечательно, Букс платит. Ну и рекламки тут предостаточно. Как я уже сказала, я здесь только серфинг. Больше я никуда не лезу. И просматривается, я уже показывала, как он просматривается. Значит, вот здесь, вот на это не нажимаем. Иначе минус 10 рублей будет. И вот на эти красные буквы, ну вот здесь в данном случае цифры, потом вот здесь красные буквы. Я в прошлом видео вам показывала, как... просматривать рекламку. Все легко и просто. Ну, в принципе, это все. Букс платит, все хорошо. Работаем, кому интересно. Ну, неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.